с учетом того, что сегодня необыкновенный день, сегодня не просто 25 августа 2022 года, сегодня мы подписываем 25-е соглашение о побратимстве и сотрудничестве. Уважаемый Николай Валерьевич, уважаемые коллеги, уважаемые жители Витебска, витебчане, мы сегодня прибыли в ваш гостеприимный, уютный, теплый город с миссией подписать соглашение о сотрудничестве. Буквально вот в начале июля было подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и Приморским краем. Мы продолжаем уже на уровне городов. Соглашение предполагает собой сотрудничество и в торгово-экономической сфере, и в культурной связи. Витебск – это тот город, я пришел к выводу, мы с коллегами пообщались, это город, в который хочется возвращаться. В перспективе сотрудничества я убежден, что у нас большое будущее в наших взаимоотношениях и в культурном направлении. У нас очень хорошие сложились уже отношения в спорте, ну и, конечно, нам надо обязательно выстроить отношения в сфере предпринимательства, среднего, малый бизнес, крупный бизнес. Конечно, это ключевое направление, это одна из основных задач, которые мы ставим перед собой. Для меня Витебск – это, наверное, прежде всего город, город детства, город, в котором хочется жить и работать. Витебск оживает тогда, когда в нем много гостей. Когда и то, что сегодня, вот в 25-й день августа, мы подписали 25-е соглашение о сотрудничестве и партнерстве города Витебска, вот для меня это тоже символично. Я не сомневаюсь в том, что отношения, вот эти отношения, которые возникли у махачан, у витебчан, которые встречали, которые общались с ребятами, они действительно по-настоящему, и реализация их уже не заставляет себя ждать, уже пошло движение в части осуществления тех намерений или тех договорных отношений, которые мы сегодня подписали. А это действительно взаимодействие и в сфере торговли, экономики, культуры и спорта.